Bună ziua, stimați cetățeni Republicii Moldova! Добрый день, уважаемые граждане нашей страны! Пропон să vedeți acest видео, după asta îl discutăm. Предлагаю всем посмотреть это видео, после этого мы его с вами обсудим. Погнали! Рода, Рената усатый, пидор, услышь, мы скоро придем, и ты узнаешь, что такое кара Божья. Вот эта святая кувалда Вагнера опустится на твою тупую бошку. Сдохни, гнида. Я командир роты специального назначения. Обращаюсь к тебе, гнида и предатель молдавского народа. А также предателю российского народа. Рената усатый, пидор, услышь, мы скоро придем. И ты узнаешь, что такое кара Божья. Вот эта святая кувалда Вагнера опустится на твою тупую бошку. Сдохни, гнида. Я командир роты. Стимаща Татьяна, уважаемые друзья. А сейчас видео вытка есть и распандит фуарте актив ан суду цери ан спечала момент энтри активишти сочалиштвар карата словами круша нуцем кусаты. Но это все лирика. Саптамана трекута ам анунцат ка чинева ма контакта ди на фара цери шо уни поличень шо уни групер семи криминали семи поличи care mi-au spus clar că eu urgent trebuie să mă retrag din alegeri, deoarece joia trecută era ultima zi când un candidat putea să se retragă cu 10 zile înainte de alegeri. Și să susțin un alt candidat. Ieri am pronunțat numele acestui candidat în emisiunea cu domnul Gonț. Ieri seara. Am avut și sunete care nu doar mi-au recomandat, dar care mi-au spus că mă va călca tramvaiul în orice țară din lume dacă eu nu propun. Și ei ne închid dosarul și la Moscova și n-a să ne-l pornească un dosar nou cu toate mizerile care le face Bețvanul și ala, care tipa e jurnalist și a fost în Marea Britanie la Begimot și ala. Acum am primit-o pe asta. Acum nu vă supărați, ați vorbesc în limba rusă ca să mă înțeleagă și care l-au filmat, a și care l-au comandat acest video și a și mare nașalnici care astăzi încearcă să protejeze un candidat anume Republica Moldova și ne-a venit cu oferte. Sper să fiu înțeles corect. Уважаемые граждане нашей страны, я получил это видео, вы все увидели, я не буду пересказывать, что там говорят, понятно, кто это, там Вагнер, священная кувалда, усатый такой-сякой и так далее. Меня переполняет эмоция, переполняет меня эмоции по одной простой причине, потому что так всегда работают только социалисты. Они всегда прячутся за масками, за какими-то третьими, какими-то структурами, бригадами и так далее. Потому что так-то они вообще девочки-припевочки, а вот всегда выставляют кого-то вперед. Уважаемый Александр Дмитриевич Стойноглу, мое отношение к вам, как к человеку, не поменялось. Но вы сегодня кандидат президента от партии подонков, которые уничтожали меня в течение 10 лет внутри и за пределами страны. Вы сегодня стоите на сцене, вчера это было в Бельцах, с людьми, которые, придите к нам в офис, я вас познакомлю, избивали, изуродовали моих людей в 2020 году. Сегодня они координаторы и готовят вам встречи, говорят, справа на справедливость и так далее. При нашем личном разговоре вы сказали, что вы не имеете отношения ни к Платону, ни к Григорчуку, ни к кому-то. Это там вам хотят навредить и так далее. Но послушайте, я вам сказал, что ваша группа поддержки, это ваша группа поддержки. И сегодня, когда кто-то переходит черту, и для того, чтобы вы попали во второй тур любой ценой, пытается оказывать давление на меня, на моих близких и так далее, вы извините, но это не входит ни в какие рамки. Вообще ни в какие, Александр Дмитриевич. Какое право на справедливость для всех? За какое право сегодня люди должны выйти голосовать? За то право, что моих людей били с 11 ночи до 4 утра? Какие-то ублюдки, чтобы я дал, чтобы человек наговорил на меня какие-то мерзости про то, что якобы я там продал голоса и так далее, и так далее. Послушайте, мне не все равно, например, при помощи кого и как сегодня выиграть выборы. Вы, я вижу, вас это устраивает. Меня это точно не устраивает. Поэтому, к сожалению, я боюсь, что да, сегодня нужно любыми путями победить действующую власть, но есть какие-то принципы. А меня не сломали. Никогда был
за рубежом в 2018 году. Меня не сломали тогда, когда я проходил онкологию в немецкой клинике. Меня вообще невозможно сломать, потому что мне уже 45. Если до 45 не сломали, вот эти точно не сломают. Вот этим ребятам, я не знаю, кто они. Но у меня к вам просьба, к тем, кто на этом видео, и к вашим кураторам, и так далее. Ребят, снимите, пожалуйста, маски. Я хочу увидеть, как выглядит в лицо моя смерть. Вы же говорите, священная кувалда разобьет мою там конченую голову и так далее. Снимите маски. Или слабо. Вы же представляетесь, там командир, спецподразделение. Снимите маски, представьтесь. Вот я такой, такой. Я, например, когда говорил Дадону, кто он? Я говорил это как Ренат Усатый. Я не выходил в маске, люди в масках не выходили. Обращаюсь ко всей той бригаде подмосковной, которая сегодня считает, что вот там наш президент и так далее. Ребят, никогда ни вы, ни они в Молдавию не придут. Возможно, придете, обмотанный скотчем, и сразу в СИЗО 13. Всем хорошего дня. До выборов осталось буквально несколько дней. Я понимаю, что это только начало. И я вижу то, что делают уже некоторые сайты, то, что делают некоторые телеграммы и так далее. Послушайте, да, меня можно остановить сегодня одним простым способом. Это забрать у меня жизнь. Ну попробуйте, вдруг получится. Сила в правде, всем хорошего дня, пока. Наинти боец, дуара наинти. Шинишуну, дин эштя, уардин трощен, цара ностры, нишна скундук и нишна скалси. Унири молдовень, дуара наинти. Салют.